Ребят, всем привет! Сегодня будет интересная тренировка с интересными людьми. Это Василий Теплоухов, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе. Сергей Бурмистров, президент Федерации сестелевого карате. А гонять нас будет Игорь Лепихов, основатель клуба «Цитадель силы». Поехали! Для начала можно я скажу большое спасибо этому замечательному залу «Цитадель силы» и нашему другу Игорю Викторовичу, который сегодня будет у нас тренером. Мы совместно с ним поучаствовали в написании плана этой тренировки. Тренировки эти полезны всем, как борцам, каратистам, просто любителям спорта. Я предпочитаю, вот, находясь в тренажерном зале, все равно делать круговую тренировку, потому что считаю, если ты не спотел, значит, не потренировался. Игорь, какая тренировка нас сегодня ждет? Ну вот, ждет тренировка из 10 упражнений на все группы мышц. Со скоростными и силовыми вместе. И между кругом минута отдыха. Сколько времени займет все? Даже не могу представить, потому что... Ну, такую еще не делали. Делали 6 кругов. Единоборцы. Да, тут ребята говорят, что смогут больше. Сейчас и посмотрим. 5 кругов. Не посрамим, так сказать, ребят. Да, сейчас попробуем. Встал. Слышу, что это еще не все. Вот эти 5 кругов, это еще не все. Ну, силовую часть, скажем, закончили в качалке. Пойдем на ковер. Покажу упражнение подготовительное к любимому приему Сан Саныча Карелина и моему тоже любимому приему обратному поясу. А Макс попробует его повторить. И сколько делать его? Бока натирает. Давай, я... Три вправо, три влево. Почему-то в греко-римскую не попал, и сегодня я понимаю, что мне очень сильно повезло. Отлично. Не уроди меня только. Thank you.
Плотнее, да? Отлично. Молодцы. И минуту побежали. И нарастаем, наращиваем темп с каждой секундой. Секундомер в часы зайди. Да. Вот так. Приготовились? Прямые. На дистанцию. На старт. Спасибо, друзья. Спасибо. Я как понимаю, мне спасибо за время, что засек. Спасибо. Ой, волосы на самом деле. Тренировка прошла. Скажите, вот как часто нужно делать такую тренировку? С чем ее надо совмещать? Я когда тренировался, у меня было задание. Я день делал ОФП, то есть это обычно ФП. А день делал скорость силовой работы. То есть я выполнял эту работу через день. Она может быть разной. То есть у каждой тренировки своя задача. Можно прибавлять веса, делать меньшее количество повторений, меньшее количество кругов. То есть ты делаешь больше угол на силу. Если ставишь веса поменьше, делаешь большое количество повторений и увеличиваешь скорость, это больше работа на функциональное. Но вообще, я считаю, что спортсмен-профессионал, который хочет добиться больших высот, чемпионата мира, Европы, Олимпиады, должен делать такую работу через день. Не, я просто хочу поблагодарить еще раз зал «Цитадель силы» и его, так скажем, хозяина, нашего друга большого Игоря. Спасибо за тренировку, спасибо, что всегда рад нас видеть, а мы всегда рады будем в гостях.